Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман, а также моего творчества. И хочу вам в этом выпуске рассказать, что же нас ждет в последней серии проекта «Холостячка». И расскажу вам, кто победит в финале. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего, за кого вы болеете, кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной. А сейчас я хочу вам рассказать о всех теориях относительно финала шоу. Теория первая. Вот картинка с финала. И на этой картинке затылок Эллерта. Это теория первая. Теория вторая, что на этой картинке нанятый актер, что создатели проекта Холостяк пытаются скрыть правду, скрыть финал и нанимают обычно актеров на роль победителей, там, просто чтобы снять анонсик. Но в эту теорию я не верю, потому что сколько я смотрю проект Холостяк, то совпадает. Финальная картинка с реальной. Никаких нанятых актеров еще за, по моей практике, по моему опыту не было. Теорию третью предложила Нателла Кирс. Она сказала, что все вот эти факты, доказательства победы Эллерта сфальсифицированы, что затылок не его что все вот эти сторис в его машине, где есть и Ксения, с их собакой, а также сторисы в квартире Ксении, что все это постановка, чтобы запутать зрителей. В эту теорию я тоже не верю, потому что ну, слишком это заморачивально. Люди отсняли проект, и у них уже совсем другие заботы, другие дела. Этим уже они не будут заниматься. Но мне очень понравилась теория, Разбора пальцев на этой картинке. У Эллерта пальцы тонкие, а у Леши такие вот круглые, крупные. И я все-таки думаю, что на этой картинке Леша. И я очень надеюсь, что Леша победит. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.